Всем огромнейший привет! Давно не было новых видео, а видео онлайн я вообще забыла, когда у нас были на канале. Но сегодня удивительное время. Я решила попробовать новую колоду. Обзор вы видели. Это Хранители Света. Вот такая достаточно светлая весенняя колода в такой нежно-сиреневой бирюзовой гамме. Она действительно очень красивая. Купила я ее спонтанно с рук на ярмарке здесь, в Швейцарии. И я решила посмотреть, как же она работает, как же она отвечает на простейший вопрос. Вопрос звучит так: какие силы, какая энергия вам помогает? Посмотрим вот таким вот общим открытым вопросом. И здесь есть 4 карты. Вы можете на каждого человека по карте загадать, либо вы можете, например, на себя одну выбрать. А может быть, вы захотите на себя целых 2. Это уже вы смотрите сами, как вам будет отзываться. Итак, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Могу еще положить камушки. Я знаю, что некоторые любят камушками. Вот к какому камушку потянет? Вот зеленый, синий, розовый. И вот такой вот пусть будет прозрачный. Вот какой камень к вам тянет? Так, этот не загадывался. Это просто для красоты. Зеленый, синий, розовый кварц и прозрачный. Шарик укатился. Был еще и шарик здесь. Ну, ничего. В общем, ребят, выбирайте. Выбирайте тот, к которому потянется рука. Все. Если вы выбрали номер 1, вот этот, давайте смотреть. Вот такой вот у нас Чунгачкук. Вот такой вот у нас белый орел. Видите? Во-первых, помогает предок вашего рода, мир мертвых. Тема шаманства, тема духов, тема покровителей, которые блуждают между мирами. Хороша работа с перьями, хороша работа с всевозможными ловцами снов. Прекрасно будут работать любые шаманские атрибуты. Мне кажется, замечательно будут работать языческая практика и работа с миром мертвых. В целом, какие-то интересные головные уборы вы можете на себя сооружать. Ну, это опять же, это тема шаманства. Подумайте об этом, если вам эта тема интересна. Ну и тотем орел, возможно, ваш. Подумайте. И ваша энергия будет усиливаться в Индии. Индия, именно не Индия, а индейцы. Это Америка. Вот. Так что подумайте об этом. Так, теперь вариант номер 2. Давайте смотреть, что у нас тут. Кстати, видео снимаю со второй попытки. Не знаю почему, но не получилось у меня снять. У меня телефон просто выключился, и все, я решила его перезаписать. Так, ну что, вот такой у нас Гор. Во-первых, страна, которая будет помогать энергии тем, это Египет. Это один момент. Второй момент, это отнюдь не светлые силы вам благодетельствуют. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, что чаще всего вы просто обращаетесь не к конкретному божеству, а вот космос, Вселенная. Вот, скорее всего, вам просто подходят запросы во Вселенную, чтобы вот покарали ваших врагов, завистников. Их действительно карают, их действительно жизнь клюет, и все становится на свои места. И также вам хорошо подходит тотем в виде птицы. Ну и страна Египет, как вы понимаете, да. Ну, в целом вы по энергетике достаточно такие темненькие, достаточно такие любящие тему воздаяний, возмездий, да, вот этого всего. И, в принципе, оно не заставляет себя ждать. Также вам хорошо подходит тотем вот такой вот глаз. Вот этот вот, ну, вы знаете, египетский символ. Ну и Гор, хотя он не считается белым, добрым, пушистым, но тоже, в принципе, вам может благодетельствовать. Так, следующий у нас номер 3. Третий вариант. Фрея.
Фри – это у нас что? Это язычество, это руника, это кельтская мифология, это ворон, это любая магия, связанная с приворотами, саморочками, с любовной женской магией. Любые обряды, связанные с Луной, кстати, тоже сюда хорошо ложится. Я вообще не знаю, вот мне моя зрительница, постоянно подписчица Ирина, она говорит, а почему вообще включили в «Стражей света» Фрею, например, Гора, да, то есть они ж не белые, пушистые, но их включили в этот список, ну пусть они и будут. Так вот, вам, дорогие троечки, вам помогает женщина вашего рода, вас получается хорошо наводить очарование, вы можете привлекать людей, вы можете очаровывать, вы можете как-то вот уметь почувствовать человека и без приворота сделать приворот, вот заворожить человека, вот как-то его закружить, заморочить ему голову так, что вот ему будет хотеться находиться именно с вами, да, без каких-либо подливаний всевозможных жидкостей в суп, в чай, в компот, в вино, не будем уточнять, да, без всего этого, просто вот на своей энергии и, опять же, на силе вашего рода. А за вами стоит Фрея, и именно она помогает, и именно ей вы можете носить дары. Я рекомендую, конечно же, посмотрите также мой плейлист по рунам, там очень большой плейлист. Что такое подношение, есть тема, как наносить руны, тоже есть видео, очень много-много всего. Но этот тем ворона тоже вам очень даже хорошо подходит. И любые вещи, связанные с Луной, тоже вам прекрасно подходит. Ну и вам помогает Фрея, и также вы ее можете увидеть вот в таком вот обличии. Красивая женщина, блондинка, зеленоглазая. Возможно, вы ее видели в своих снах. Вот почему-то мне пришла эта информация, да, вот как будто бы через сон вас могут учить, показывать, наставлять. Очень даже интересно. Давайте посмотрим вариант номер 4, что у нас тут. И белый камушек. А здесь у нас снова тема Египта. Это уже вторая карта на египетскую тему. Смотрите, какой у нас Серафис Бэй. Ну, что здесь можно сказать? У вас очень благородный род, дорогие четверки. Кто-то был высокого происхождения, высокого рода. Раз. Также вам хорошо подходят змеи. Вот вам подходит, вы можете украшения носить в виде змеи, либо брелок, либо еще что-то. Какие-то головные уборы вас хорошо закрывают. И вам помогает покровительствовать какой-то важный, высокопоставленный родственник вашего рода. Либо, если он даже не вашего рода, но какой-то человек сильно может о вас заботиться, даже после своей смерти. И тоже вам показано, как и варианту номер 2, Египет. Египетская тема – это ваше место силы, вы можете заряжаться. Очень, конечно, странно, что из такого, ну, не совсем маленького оракула две карты выпали на одну тему. Меня это, конечно, озадачило. Гор и вот этот Серапис. В целом, мне кажется, здесь, знаете как, вот он царственная особа. Ему не надо ничего делать. То есть все происходит так, что вам не надо особо много магически колдовать. Все делается, Вселенная крутится вокруг вас и для вас. И вам достаточно просто созерцать и просто подумать, чего бы вам хотелось, да? И перед вами все как на подносе, оно само собой вырисовывается. Но при этом ваши слова, если вы их говорите, они как кобры. Они могут клубиться, они могут очень сильно ранить, очень сильно кусать и отравлять. Вы можете отравить словом без магии, просто за счет своего такого особенности, вот такого языка. Поэтому, пожалуйста, аккуратнее со своими словами. Раз, вы обладаете гипнотическими способностями, можете человека прям вот заворожить, вот просто что-то рассказывать, либо просто смотреть какой-то уникальный взгляд, уникальное выражение лица, и в целом вам нужно и стоит подводить глаза вот в такую вытянутую форму, то есть это ваша фишка, что-то вот египетское в себе находить.
И, конечно же, помощь вы получаете от вот этого жреца египетского, да. Что я могу сказать? Хорошая, сильная карта, но вам нужно несколько отстраненно себя вести, не дать себя съесть змеям, не дать и не съедать других, да. Вот. И не быть ужаленным, и не ужалить. И при этом вот такая вот царственная отстраненность, гордость, она все-таки поможет вам быть всегда победителем. И также, вот мне кажется, эта карта показывает, что у вас есть уникальная такая фишка, вы можете долго не стареть, как будто бы вот законсервироваться и долго-долго оставаться молодым и красивым. И это действительно тоже талант и дар. Вот. Ну и люди возле вас тоже как будто бы останавливается время, и вы как будто бы вне его находитесь. Собственно, ребят, вот такой вот оракул, вот такую информацию он сегодня принес. Кстати, вам еще какой-то красный камень нужно носить, видите? Не могу сказать, что мне было его читать сложно, абсолютно нет. Не могу сказать, что он легкий для меня. Я очень давно не выкладывала новые видео. Поддержите, пожалуйста, напишите, хотите ли вообще продолжение такого формата. Никогда я серьезно к онлайн-гаданиям не относилась, хотя занимаюсь Таро уже сколько? 23 года. Да, 23 года. Но при этом решила попробовать вместе с вами. Посмотрели, что выпало у меня. Вот, у меня, кстати, выпала Фрея. Вот, кому интересно. На этом все. Сегодняшнее видео я завершаю. Подписывайтесь на канал, переходите в Телеграм. Там мы сплетничаем, обсуждаем интересные обряды, руны, делаем диагностики, обсуждаем. Также новинки Кало, эзотерический юмор и многое-многое другое. Ну и просто я чаще что-то такое маленькое, беглое выкладываю туда, а не на YouTube. На этом все. Всем хорошего настроения. Напишите, какая карта была у вас. Совпало, не совпало. А может быть, у вас есть какое-то свое уникальное чтение этой карты. А может быть, вы владелец или владелец этого оракула. Напишите, как он вам понравился, не понравился. Как вы его используете, как вы его не используете. Или он вообще вот набор открыток ни о чемных. Да? Я с удовольствием послушаю. Посмотрите обзор на него в предыдущем видео был. Ну и на этом все. Всем хорошего настроения, хороших покровителей, защиты. Ну и, конечно же, не забывайте, защита защитой. На покровителей надейся, а сам не плашай. Всем доброй ночи.